Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду пикировать баклажаны. Сажала баклажаны два сорта: алмаз и хозяин барин. Алмаз я сажаю всегда. Сажала эпик, рома. Неплохие баклажаны, но алмаз мне лучше нравится. И первый раз посадила хозяин барин. Сегодня, вот в этом году, два у меня сорта баклажан. Хозяин барин и алмаз. Ну, хозяин барин какой-то слабенький. Не знаю, как он вырастет, как он будет плодить, ничего не знаю. А сейчас вот буду вам показывать, как я пикирую баклажаны. В прошлом ролике мы делали специальный грунт для пикировки. Посмотрите, будет ссылочка. Значит, вот так же я их разделила. Они у меня были посажены в таком-то ведерочке. Я их разделила, достала. Вот сейчас, секунду, покажу. Вот так, смотрите, какие хорошие корешочки. Вот. В стаканчике сделали дырочки. Дренажные отверстия называются внизу. Обязательно подписали и наложили полстакана вот этого хорошего вкусного грунта. Вот такая у меня есть штучка. Каждый год я ей делаю, вот полстакана земли наложила, делаю дырочку. Очень удобно. У кого нет, надо приобрести, потому что она одна на все случаи жизни. Вот так мы туда его вставляем. И немножечко в краешке этой же дыроделкой приделываем. Немножко стакан высоковат. Сейчас я присыплю еще немножечко земли, потому что маловато. Большой получился алмаз у меня. Вот так. И можно, и даже нужно ложечкой прижать, чтобы корни не висели у вас в воздухе, а хорошо схватились с землей. Вот так мы их прижимаем. Вот, видно? И вот так вот он у нас сидит. Ставим в ящичек, потому что дренажные отверстия, когда мы будем поливать, они будут водичка лишней вытекать, чтобы нигде у вас ничего не напачкалось, ни на подоконниках, нигде. Обязательно нужно подставлять какую-то посудину. У меня вот ящик. И сверху я их поливаю. Водичка у меня теплая, фильтрованная, не хлорированная у нас со своего колодца. И потихоньку вот так по краешку я их поливаю. Вот и все. Никаких сильно хитростей здесь нет. Сейчас покажу, что добавила в воду. Сейчас, секунду. Вот такой энерген Аква. Это специальный стимулятор роста для рассады. Плюс 9 микроэлементов. Тут есть все. И железо, и марганец, и другие. Без очков не вижу. Какие тут у меня еще элементы. В общем, энерген Аква. Стимулятор для рассады. А где написано? Давай. Покажу. Что? А, 9 этих. Давай, подожди. 9? Нет, да. Нет, я сейчас покажу, должно быть. Сфокусируется. Вот, микроэлементы все видно. Да, на 1 литр теплой воды 2-3 капельки. Все, чтобы они не болели, хорошо приживались и быстренько пойдут в рост. Сажала я вот эти баклажаны, сеяла 5 марта я проращивала семена, а 8 марта сеяла уже вот в такие ведерочки. И сегодня у нас какое число? Я вот их пикирую. 2 апреля. Да, начало апреля. Да, начало апреля. Еще нет им месяца, вот в таком они состоянии. Буду я их потом высаживать в открытый грунт, Московская область. Выращиваю баклажаны в открытом грунте. Так что, дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, следите за моими кино, за моими роликами. Будем с вами выращивать баклажаны. Покажу, какой у нас будет урожай. Всем желаю богатых урожаев. Всем здоровья, счастья, радости, мира и добра.